Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. И сегодня у нас на обзоре вот такой вот милый, симпатичный, короткомензурный, между прочим, бас, который так называется Stingray Short Scale от бренда Sterling by Music Man. Корпус этого коротыша сделан из такого материала, такой древесины, называемой нетон. Гриф — твердый клен, накладка — клен. Гриф крепится на 6 болтах, и бас у нас является пассивным. Что касается электроники, здесь у нас стоит традиционный для подобных басов хамбакер и 3 ручки. Первая ручка — это ручка громкости, третья ручка — это ручка тона. Ручка громкости также у нас имеет функцию такого вот пуш-пула, который делает буст громкости, то есть усиливает громкость. И также у нас трехпозиционный переключатель, который переключает катушки этого хамбакера. Здесь у нас 3 позиции, 3 режима — это сингл, койл, параллельные и последовательные режимы. Ну и мензура в этом басу у нас 30 дюймов, то есть, как я уже сказал, он короткомензурный, и могу сразу сказать всем тем, кто будет задаваться этим вопросом, потому что вопрос от меня задавали уже, не раз. Как вообще звучит и как играется на короткомензурном басу? И сразу скажу, что на короткомензурном басу, в частности, конкретно на этом, играть очень комфортно, звучит он как полноценный абсолютно бас. И если вы по какой-то причине хотите себе приобрести именно короткомензурный, можете смело это делать. Он будет абсолютно полноценным, нормальным инструментом. Ну и давайте послушаем, как звучит у нас различные режимы работы звукоснимателей. Сейчас я в крайнем правом положении, и у нас звучат катушки в параллельном режиме. Теперь среднее положение переключателя — это у нас single coil. И теперь в крайнем левом — это последовательное подключение катушек, то есть, по сути, хамбакер. По моему мнению, вот крайне правое положение больше похоже на такой традиционный мюзикменовский гнусавый рык. Ну и также хочу отметить, что все эти примеры мы сейчас сыграли в режиме boost, то есть в режиме усиленной громкости вот этого вот первой крутилки push-pull, то есть так у нас boost подключен, и отключаем ее, становится тише. Ну, по моему мнению, я бы лично играл всегда в режиме boost, потому что тембр интереснее, богаче и более открытый. Хочется сказать, что несмотря на
короткую мензуру и на весьма скромные размеры этого инструмента, этот малыш звучит весьма убедительно и весьма жирно. Особенно если мы включаем вот эту вот функцию Boost Volume. Плюс ко всему, три режима они дают разнообразные звуки, что-то такое отдаленно напоминающее Precision в режиме Single Coil и что-то очень похожее на любимое и знакомое нам мюзикменовское, здесь тоже можно нарулить. То есть действительно классный полноценный инструмент, подойдет и для начинающих басистов, подойдет и для детей, потому что здесь лады уже, короче, мензура, и учиться на нем детям с короткими пальчиками будет очень и очень удобно, но при этом можно на нем полноценно играть и полноценно записываться. Опять-таки, еще раз повторюсь, это полноценный инструмент. Это не какой-то там более жидкий, более такой убого звучащий по сравнению с настоящими полномензурными басами. На нем можно полноценно играть концерты и не париться. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений. И до скорых встреч. Увидимся. А? А, ты играл с отжатым густом? Нет. Нет, вот сейчас ты играешь, сигнал пошел нормально. Поиграй. Включи его. Вот. Так оставить? Да, конечно. А, давай.